Во дворце спорта «Видное» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие представители органов местного самоуправления, общественных организаций и районного актива, воинских частей, дислоцированных на территории муниципалитета. В рамках праздника состоялось чествование лучших военнослужащих Видновского гарнизона и ветеранов вооруженных сил. За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в боевой подготовке им были вручены областные и районные награды. «21 февраля в городе Видное состоялся традиционный ежегодный праздник «День православной молодежи» Видновского благочиния. Также состоялось торжественное открытие фотовыставки конкурса «Моя церковь». Праздничный концерт открыл глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Примечательно, что именно в Ленинском районе есть такая чудесная традиция, которая с каждым годом только крепнет и собирает вокруг себя столько ярких и невероятно талантливых людей», — сказал глава района. В городе Видное состоялось открытие местного татарского национального культурного объединения Ленинского района. В числе почетных гостей – глава Ленинского муниципального района, представители правительства Московской области, общественных объединений и организаций, жители муниципалитета. В рамках мероприятия был организован праздничный концерт с участием звезд татарской эстрады, а все желающие могли приобрести татарские сувениры, диски с татарской музыкой и фильмами, а также продегустировать блюда национальной кухни. Педагоги клубов прикладного творчества по работе с молодежью «Энергия» провели тематические мастер-классы. Выполнить подделку можно было в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Участники с большим интересом шили мягкие игрушки, расписывали витражные брелоки, выжигали и раскрашивали деревянные заготовки. Тем, кто не имел опыта работы в данных техниках, помогали педагоги и воспитанники клубов.